Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шлык, и мы продолжаем играть в Циву пятую. Так, и мы тут... Ага, заградительный огонь. Еще заградительный огонь. Так, давайте, наверное, вот этих добили. Пулеметная рота. О, и пулеметная рота фигачит. Так, как у нас выборы делегатов? Кельты 20 голосов, гунны отдают... Гунны 20 голосов. Две державы, за которые было... Кельты. Ну, короче, понятно, это мы. Теперь, вот у нас по 22, у нас и у гуннов. По 22. 46 нужно для избрания следующего мирового лидера. Собственно, следующий мировой лидер будет избран через 20 ходов, да? Теперь смотрите. Путь к победе 42 хода. То есть еще как бы две попытки, но путь к победе еще такой момент. Смотрите, у четырех игроков завершена программа «Союз», и Корея уже построила две детали. То есть им еще вот эти четыре построить, и они как бы запустят корабль. Вот, и это напрягает. Это напрягает. Ладно, давайте пулеметную роту еще закажем. Я думаю, с гунами пока мир можно не это. Так, мировая... Подождите, а у нас разве... У нас какие действующие резолюции? Мировая религия – протестантизм. А что, вы хотите сказать, что мировая идеология была... О! Слушайте, ну давайте свободу мировой идеологией. Гунны будут против, но мы внесем такое предложение. Вот. Отлично. Ваше предложение мы рады слышать. Да, мы тоже рады его слышать. Наше предложение. А почему оно, кстати, не прошло в прошлый раз? Я что-то не понимаю. Так, 10 ходов, да, собственно, голосование. Так, давайте загасим вот этот. Теперь вы артобстрелом. Ну, уланы то фигня. Давайте вот эти загасите. А пулеметная рота, наверное, вот сюда продвигайся. Так, все, следующий ход. Гуны ходят. Что-то там кого-то там убивают. Не суть важно. Хайли Селаси закончил детальку. Ну, ничего страшного. Не, детальки довольно долго, кстати, строятся. Даже если у вас там крутой гибер-убер корабль, все равно. Короче, сейчас нам надо по-любому мирового лидера выигрывать. Отлично, отдельный этот. Так, все, с гунами я предлагаю заключать мир. Мирные переговоры, отлично, договорились. Все, с гунами заключили мир, теперь с городами-государствами. Блин, а с кем я еще воюю? Вы все никак не отстанете. Ладно. С гунами заключили мир. Ур, так, ну ур мы там захватим. Ладно, с городами-государствами, конечно, беда. Воздушных юнитов с 6 до 10. Слушайте, построим аэропорт, наверное. Изменяем, короче, в бабке. В бабке изменяем, аэропорт 3 хода, нормально. Так, повышение, давай заградитель. Ну, броню зря. Вот. Так, теперь. Ну, Останкино уже давно построила. Я не знаю, в интернет идти смысла нет.
Нам, наверное, в спутники надо идти. Но мы их уже не успеем взять, потому что мы их не успеем взять. Вот. Очень хорошо. Осудили, но у нас мирный договор действует, ребята. Так, шпиона надо отправить. У нас этот 5 ходов сделает переворот. Давайте посмотрим, Всемирный конгресс, у кого там сколько голосов, кому еще можно заслать шпиона. У нас, так, у нас тут, тут, тут и тут. С Хайли Селасси у нас война. Япошкам можно заслать и Чингисхану можно заслать шпиона. Так, ну я предлагаю засылать уже шпиона. Так, а подождите, а где шпиона? Ага, вот он, шпиона. Значит, инки. Вот, Чингисхан, это ж Монголия. Вот. Не-не-не-не-не-не-не, только подожди. Монголия это не столица, да? А чьи столицы... Блин, подождите, стойте. Всемирный конгресс. Давайте япошкам зашрем в Корею. Этот, подожди, стой, движение. Сеул, да? Дипломат. Все, сколько он там будет ходов, интересно, налаживать торговые связи. Да подожди ты со своей враждой, тут уже в космос люди лететь собрались. Кстати, блин, нам надо срочно... Ну ладно, сейчас мы торговые пути потом наладим. Надеюсь, эти на нас не нападут. Потом опять. Кстати, рабочие, вас надо на автопилот ставить, чтобы вы там шли ремонтировать. Что вы там можете ремонтировать? Вон вам там сколько всего надо ремонтировать. Манила и гуны становятся союзниками. 23 очка. Это ж сколько у них? 24 голоса уже на Всемирном конгрессе. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Значит, рабочих в авторежим. Пулеметную роту в этот. Так, караван. Ага, караван, караван. Бабки рубим. Так. Всемирный конгресс. Кстати, шпиона... Ну, блин, почему вот когда их ход, я не могу ничего открывать? Вот у нас в Сеуле еще будет шпион, да? Сколько ходов занимает занятие... А, ну, 4 хода, нормально. То есть мы, возможно, еще даже одного шпиона. Слушайте, а мы, может быть, и сможем. У нас их всего сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Мы, может быть, и сможем. На самом деле реализовать. Так, караваны строим. Строим караваны. Эмбарго с нами. Ну, против будет 26 делегатов. Так что вряд ли они примут. За будет 26 делегатов. То есть эта религия проходит. Тут даже никого подкупать не надо. Чуваки нам эмбарго предлагают. Так. Караван проложить. Давайте к ним торговые пути. Еще один караван. Так, все, следующий ход. Ай, просто нам надо сейчас срочно мировым лидером становиться всеми, как говорится, правдами и неправдами. Поэтому сколько? 40 очков влияния. А у нас шпион выборы в Маниле подделывает, да? Да, в Маниле. Вот сейчас как раз один ход. Слышь, шпион, ты подтасовать выборы, ты готов там, нет? Ты как бы их подтасовывай. Ну ладно, давайте пока так. Юнит ждет приказа. Так. Где у нас голда? Еще тут голда. Все, следующий ход.
У нас уже два косаря, нормально. Денежки есть на скупку городов, государств. Парочку сможем купить. С этими договоримся так. Еще у нас 10 ходов будет в запасе. То есть до выборов мирового лидера там сколько? 13 даже ходов. Все, ты подтасовал выборы. Так, теперь, значит, смотри, в Сеуле у нас есть... Я вот не знаю, может быть, вставку... Ну, вставку гунов я уже боюсь закидывать шпиона. О, Эфиопия. Вот они по-любому не нападут на меня. Это что-то какой-то косяк был. Так, теперь ты, значит, двигайся в Адис-Абебу. Где Адис-Абеба? Вот Адис-Абеба. Дипломатом. Все, отлично. Караван. Юнит ждет приказа. Так, где тут бабулеса больше платят? Вот тут, в Каптах. Так, и давайте смотреть. Вот Коломба. Мы можем подарить юнита. Вот берите Эй, Коломба. А, не. Ну, ладно. То, что мы им обещаем защиту, это хорошо. Мы им дарим юнита. Да. Так, теперь вот тут 18 очков. Тоже мы им можем подарить юнита. И нам голды меньше тратить на этот. Так, вот тут 21 очко. Подарок. Можем подарить... Эй, ты выйди. Так, где Манила? Подарок. Можем подарить юнита. Да, и голды у нас больше. Сейчас, значит, мы караваны достраиваем все. Вот, сейчас 7-й достраивается, и мы будем строить юниты и дарить их городам-государствам. И это будет нормальная тема. Так, кстати, шпионы, ты тут сколько... А, ты перемещаешься, ты представляешь дипмиссию, да? Не, чувак, вот это ты погорячился. О, вот сразу другое дело. Вот и Чингисхан. Вы и Милан больше не союзники, подождите. Сколько нам надо там очков? Дайте 250 золота, и мы союзники снова. Так, вы и Милан... Юнит в дар, но это ладно. Так, это тоже ладно. Милан больше не ваш. Так, тут нужен... Ага, отлично. Так, все, давайте теперь всякие арт-батареи строить. Прочую лабудистику. Так, нам нужна голда, поэтому в Момбасу. Все, следующий ход. Кстати, у нас же сейчас, блин, всемирный, мать их, конгресс. У нас 20 ходов, за будет 26. Но это, наверное, ничего не пройдет у них. То есть, свободу и так примут. Мы получим двух делегатов, и потом надо будет считать. Ну, сейчас, короче, посмотрим. Даже если эмбарго будет... Не-не-не-не-не, ребята. Открытые границы? Нет, тоже не надо мне. Мне сейчас деньги вообще ни копейки нельзя налево тратить. Вот. Так, отлично. Тут давай пофиг, что вкачаешь. Ты, главное, выходи. Выбрать проект. Что-нибудь за один ход можете построить? Нет. Давай арт-батарею за два хода. Так. Почему он негативный? Так, с кем мы еще будем дружить? Вот, наверное, с Бухарестом. Поэтому мы им сейчас юнит в дар дадим. Да.
с Бухарестом. Все, так, набрать делегатов. Мировая идеология, свобода. Мы просто все 20 жестко за, потому что даже если эмбарго будет, то ничего страшного. Ну, сейчас посмотрим, прошло у них эмбарго против нас или нет. И все, сейчас 10 ходов, это наш крайний шанс, как у нас шпиончики. Сидят. Не, не хочу. Так, шпионы у нас сидят. То есть 5 шпионов, это 20. Кельты не проходят, свобода проходит. Отлично. Теперь смотрите, что мы имеем на данный момент. Мы имеем 26 голосов своих. И мы имеем 4 шпиона, но скоро будет 5, в городах других дипломатов. И мы имеем 10 ходов до мирового выборов мирового лидера. То есть мы имеем реальную возможность сейчас стать мировым лидером и победить с помощью дипломатии. Даже если гуны на нас войной пойдут, ничего страшного. Ничего страшного. Я, пожалуй, буду сохраняться. Вот сейчас 9-й ход, да? У меня там есть где-то девяточки, там все это дело есть. Так, хорошо, что мы там узнали, что вы узнали, что мы узнали, что узнали вы. Вы и Милан больше не союзники. Ой, как вовремя золотой век-то наступил. Так, ты выходи сюда. Милан, давай я тебе подарю юнит в дар, вот этот, и ты станешь нашим союзником. О, мы можем уланов строить за один этот. Принять институт. Так, что тут за догмат можно? Слушайте, давайте контрактную армию возьмем. О! Нормальная контрактная армия, чисто защита. И как раз мы теперь можем городам-государствам подарок. Юнит в дар. Слушайте, во как я придумал четко. Милан, подарок. А, юнит в дар уже дарится. Так, с кем мы еще? С Магадашу. Сколько? 214. Нет. Так, тут вот 96. Эфе, можно. Подарок, юнит в дар. Эй, Эфе. Подарок. Юнит в дар. Во, иностранный легион. Так, Эфе, Ханой. Так, тут сколько? 117. Манили мы, по-моему, уже дарим. Вот, Бухарест. Подарок. Ага, юнит в дар уже идет. Так, все. Сейчас я сохранюсь. Сейчас я сохранюсь. Так, 9 ходов, да, у нас. Все, сохраняем. Текущее сохранение будет перезаписано. Все верно. Так, все, мы сохранились. Кто у нас ждет приказа? Так, всем, короче, встать жестко на дежурство. И следующий ход. Не, мы, короче, самостоятельно, потому что ну его нафиг. Тут потом воевать с нами начинают. Вы и Коломбо больше не союзники. Блин. Всемирный конгресс. Так, ничего страшного. Мы сейчас с Коломбо станем союзниками. 22 делегата. Как так 22? А, ну потому что мы просрали Милан, мы просрали Коломбо, да? Так, уланы, я не знаю, что там вы кастанули себе, но... Ой, а куда я их отправил? Куда я их дел? Так, уланы, короче, вот сюда перейдете, следуем. Так, все, короче, в бабулес вкладываемся. Так, что у нас по шпионажу? Один ход, да, остался? Так, давайте, пока с войны нам никто не объявил, да? Сеул. Торговля. Мировой этот за кельтов. Что ты за это хочешь? 19 золота и железа. Я согласен. Все.
Так, теперь Египет. Торговля. Что ты за это хочешь? Золото, железо. Согласен. Так. О. Гаджа-маджа. Торговля. Что ты за это хочешь? 10 золота и мех. Согласен. И инки. Торговля. Что ты за это хочешь? 8 золота и мех. Согласен. Так, все, с этими разобрались. Что мы имеем на Всемирном конгрессе? Мы имеем 22 голоса и плюс 16. 22 плюс 16, но это еще сейчас Хайли Селаси, да, этот шпион придет. Сейчас мы там договоримся и тогда сохранимся. Вот. И я думаю, мы сможем стать мировым лидером. Ну, должны, должны. Должны полюбас. Ну, полюбас должны. Самарканд получает нового союзника. Так, ладно, я тогда думаю, на этом мы как раз этот выпуск закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.